приятель, беспечный ездок, уже не есть категория А. Я не беспечный ездок, я ответственный ездок, у меня поэтому есть категория А, Ань. Ты чего? Почему я тебя не вижу? На мотоцикле? Ну, я в том году ездил на мотоцикле, в этом году решу сделать перерыв, взять кабриолет. А, ну в какой-то степени это тоже ветер, да? Свободы. Согласен, можно даже на открытие поехать в экипировке и со шлемом. Да, мотосезон начинается, а как известно, в Приморье это очень скоротечный сезон, нужно ловить момент. Причем в этом сезоне участвуют не только те, кто ездит на мотоциклах, а все другие участники дорожного движения. Об этом сегодня мы и поговорим в программе. Смотрите, с кем я познакомилась. Настоящий русский богатырь Добрыня на своем железном коне. Что это за агрегат? Это мотоцикл «Триумф», «Рокет» третий, последняя его модификация, 2,5 литра. Это самый мощный мотоцикл, серийно выпускаемый. Это была влажная мечта моя. И вот в прошлом году она осуществилась. В прошлом году, под конец сезона, я стал счастливым обладателем данного байка. Ага. А чем же он так любим, чем он нравится? Ну, внешность. Как сказал один мой знакомый, он говорит, похож на качка, который переел стероидов. Вот. Он мощный, брутальный. Ну и особенность его 2,5 литра. Это самый большой двигатель, у всех мотоциклов. А, кстати, какой у вас стаж вообще за рулем мотоцикла? Я с 17 года. В 17 году, в мае месяце, я ощутил острое желание сесть за руль мотоцикла. Понял, что я этого не умею, нашел человека, Игоря Ищенко, к нему обратился, и вот здесь на площадке Фетисов Арены он учил меня ездить. То есть вам можно доверять? Хотите попробовать? Конечно! Прошу. Ради этого все затевали. На дороге общего пользования убедись в своих навыках владения мотоциклом или наработай их. К движению Moto Gymkhana во Владивостоке присоединяются любители мото от 3 до 60 лет и выше. И это не просто соревнование по маневрированию, но и развитие культуры безопасного вождения. За 22 год ДТП с участием мотоцикла было 6272 штуки. Вы представляете? И 614 из них были с летальным исходом. По сути, каждое десятое ДТП, оно с летальным исходом. Наша задача с вами сделать, чтобы было как можно меньше таких случаев, да? То есть мы за безопасную езду, за безопасность. О том, что сила не в моторе, а в голове, действующим и будущим байкерам, напоминает инструктор ДСАФ. Нужно всегда анализировать дорожную обстановку. Все знают, да, про закрытые повороты? Что если идет закрытый поворот, мы не летим, сломя голову в него, потому что за этим поворотом может быть все, что угодно. Может быть, там, не знаю, автобус какой-нибудь в ДТП попал и стоит вот так на поперек всей трассы. Может быть, все, что угодно. Пик мото ДТП приходится на середину лета, но кое-кто уже набирает разгон. Андрей Шеметов о цене падений говорит уже как действующий спортсмен. Если тренировка хорошая, то я упал. Это вот так, да. На черепахе вот можно увидеть постоянно сколы, ноги. В первую очередь защищаем наколенники, эти уже отжили свое, надо тоже другие уже брать. Ну, собственно говоря, спасает, на самом деле спасает. Лучше кататься хоть в какой-то защите, да, чем без ничего. Потому что вот был пример буквально недавно на второй речке, мопедист, парень, мальчишка еще совсем 18 лет, въехал в машину. Если бы он был в шлеме, да, хотя бы там в каком-нибудь, то есть неважно там какой шлем, он бы уже не так сильно пострадал бы. Да, может быть, ударился немножечко, но не в такой степени, да, как он прям головой в лобовое ударился и пошла паутинка. То есть, ну, прям сильный удар был. Никто из нас не железный, так что закрепляем основы защиты. На теле черепаха.
Да, защищена грудь, защищены плечи, защищены локти. То есть, ну, вот мне нравится тем, что она сетчатая, да, ее отдел, она защищает, по сути, вот все самое важное, да, то есть грудную клетку, локти, плечи, спину защищает. Также одеваю постоянно наколенники, либо если я еду прям целенаправленно кататься, то одеваю мотокомбинезон. Первое знакомство было 30 лет назад с мотоциклом в люльке. Маленькая я сидела, но у дедушки была каска обязательно. Все, то есть я, мой брат были в касках. Все, спустя 30 лет, вчера, благодаря вам, я познакомилась по-другому с мотоциклом. То есть на протяжении вот этих 30 лет у меня был страх, очень сильный страх к этому транспорту. Не возмутители спокойствия, а добросовестные участники движения уже отмечены губернатором края. И у людей в погонах для них есть кое-что, помимо жезла. Обязательно должна быть благодарность от госавтоинспекции, потому что напрямую вы связаны именно с обеспечением безопасности дорожного движения, потому что меняете правосознание, меняете мышление людей. Вы со взрослыми работаете, ваш коллега работает, Роман, с детками. Жму вашу серьезную, мужественную руку. Спасибо. У юных инспекторов свои пожелания взрослым водителям. Не забывайте о бабушках и дедушках, они не смогут быстро убежать. А мы, в свою очередь, меняем письма на наши акционные наклейки, которые тоже направлены на безопасность дорожного движения. Недавно узнала, что, оказывается, вот эту акцию «Посмотри в зеркала» придумали вы, да? Ну, не то, что я придумал со своими друзьями. Одна очень замечательная девушка помогала мне, Мария. Мы в 2020 году придумали эту акцию, разработали логотип. Сначала был котик у нас, на следующий год решили котика не печатать, сделали собачку. Вот. А в прошлом году был выбран тигр, ну, был год тигра. Акция призвана для того, чтобы о нас, мотоциклистах, помнили автомобилисты, чтобы после зимы они все-таки, смотря в зеркало, видели не пустое место, а нас видели. Вот. Ну и совершая определенные маневры, показывали нам, что они еще хотят сделать. В принципе, люди дружелюбно настроены, адекватно смотрят, то есть, ну, берут наклейки и улыбаются, говорят, да-да, мы помним, все здорово. А лучше берут у бородатого мужика или у симпатичной девочки? А это в зависимости от того, кому наклейку предлагаешь. Маш, ты кому больше предлагаешь? А Камазису с удовольствием брали у меня и желали нам ровных дорог. Ты же знаешь, что мотоциклисты вернулись? Да. Смотришь по сторонам? Ну, смотрю, зеркала. Конечно. Несколько слов для байкеров. Ну, отличная погода им и аккуратные дороги. И для автомобилистов? Быть внимательными. Теперь вы тоже официальный мотоциклист. У тебя тоже есть мотоцикл? Вот, раздашь своим. Передай. А если не будут брать, отключим воду. Мопедов видите? Вижу. Мотоциклов всегда. Видите? Вижу всегда. Зеркала смотрите? Обязательно. Несколько слов для тех, кто вернулся. Ребята, всем ровных дорог. Ай, красавчик. Тыч. Ой, здесь как раз и царапина. Удачно мы заехали сегодня. Чик. Сейчас знаешь, что общего между кабриолетами и мотоциклами? Чем? Это вот моя прическа вот эта сегодня. Сделана ветром? Хоть так ты едешь, хоть ты так едешь. Все просто. Так, друзья, это была программа «Приехали». Мы сегодня как-то так налегке. Мы приехали на мотоцикле, и на кабриолете прокатились. Почувствовали, наконец, теплый сезон. Это очень приятно. Самое главное, чтобы вы были аккуратны. И мотосезон и для вас, дорогие мотоциклисты, и для вас, дорогие водители, закончился в том же составе, в котором и начинался. Все. Погнали? Пока. Прошу в наш кабриоджет. Красота. Ох. Согласен. Пристегнуться не забудь. Да, естественно. Я сижу прямо на микрофоне. Знаешь, что мне нравится, что на мотоцикле? На мотоцикле пристегиваться не надо. Вот. А так, конечно. И можно быть ближе друг к другу. Хочешь, пообними меня? Ну, это уже за кадром.